Международный аэропорт Алматы планирует продать турецкой компании. Об этом сегодня в кулуарах правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. По его словам, сейчас по этому поводу ведутся переговоры. Предстоящую сделку министр назвал хорошим шагом для улучшения качества сервиса и привлечения дополнительных инвестиций. Воздушная гавань находится в частной собственности. На сегодня она одна из крупнейших в Центральной Азии. Приходит известная компания, которая владеет несколькими аэропортами в управлении, у них там несколько аэропортов в управлении и, кажется, два аэропорта во Франции. Нам необходима модернизация и реконструкция вообще самого пассажирского терминала для удобства пассажиров.